тайской провинции Накхансаван местные жители нашли в джунглях крошечного детеныша макаки и принесли его в свою деревню, чтобы держать его как домашнего питомца. Мать обезьянки кто-то убил, скорее всего, браконьеры. Кто-то из соседей позвонил в фонд друзей дикой природы Таиланда, и малыша забрали у людей и поместили в приют фонда. Там кто-то подсунул обезьянке мягкого плюшевого жирафа и дзяохун, так назвали обезьянку, сразу же обнял ее и теперь не выпускает из своих цепких маленьких ручек. Для него игрушка стала хоть какой-то заменой мамы. Малыш отказывается выпускать игрушку даже во время сна или кормления, хотя кормит его не она, а сотрудник приюта. В этом возрасте макаки постоянно привязаны к своим матерям и все время держатся за их шерсть. Теперь он делает то же самое с жирафом. Малыш находится в надежных руках, и после того, как он пройдет карантин, его познакомят с другими маленькими осиротевшими обезьянками. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.